Цветочный мотив с плотными лепестками. Вот схема этого мотива. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Начинаем вязать этот мотив со скользящей петли. Теперь делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И столбик с одним накидом в скользящую петлю. 3 воздушных петли. Столбик с накидом. 3 воздушных петли. Столбик с накидом. Всего нам таких столбиков нужно связать 5 штучек. И шестой столбик у нас будет роль шестого столбика выполнять петли подъема. Вот я связала 5 столбиков. Теперь делаю 3 воздушных петли и соединительный столбик в третью петлю подъема. Раз, два, в третью петлю соединительный столбик. И теперь затягиваем скользящую петлю. Получаем вот такой вот кружочек. Воздушная петля, столбик без накида. А теперь начинаем вязать лепесточки этого мотива. Делаем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Замечаем 10-ю петлю. Делаем еще 3 воздушных петли. И вот, начиная с отмеченной 10-й, вяжем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 воздушных петли у нас остаются свободными. Делаем еще 2 воздушных петли и столбик без накида под следующую арочку. То есть вот у нас получился один лепесточек. Таких лепесточков мы вяжем 6, то есть 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечаем 10-ю петлю, еще 3 воздушных петли и 8 столбиков с одним накидом. Таких лепесточков будет 6. Этот мотив вяжется вот, ну, не очень стандартно. Получается такой интересный, необычный мотив. Это у меня 6-й столбик, 7-й и 8-й. 2 воздушных петли мы оставляем. 2 воздушных петли и столбик без накида под следующую арочку. То есть вот такие вот. Вяжем 6 таких лепесточков. Вот я связала все 6 лепесточков. В конце делаю 2 воздушные петли и соединительный столбик вот на первом столбике без накида. Еще один соединительный столбик на следующей воздушной петле. И на второй свободной петле столбик без накида. И 8 столбиков с накидом на столбиках с накидом.
делаем такие вот толстенькие лепесточки. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с накидом вот под цепочку, в которой мы поднимались. 5 воздушных петель, 4, 5, еще столбик с накидом под вот эту вот цепочку подъема. 5 воздушных петель, 4, 5, столбик с накидом, столбиков с накидом должно быть 3, еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем 8 столбиков с накидом на столбиках с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И столбик без накида вот на воздушной петле. Получаем вот такой вот толстенький лепесточек. Переходим к обвязке второго. На вот второй воздушной петле также столбик без накида, 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь нам нужно присоединиться к предыдущему лепесточку. На последнем столбике с накидом вяжем столбик без накида и делаем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И столбик на вот этом вот столбике последнем. Мы соединили наши лепесточки. А теперь здесь вот делаем 4 воздушных петли. Почему 4, а не 5? Ну, вот этот вот столбик считаем за воздушную петлю. И также 3 столбика у нас тут будет с одним накидом через 5 воздушных петель. То есть вся тут хитрость заключается в этом мотивчике, в том, что вот таким вот образом мы соединили лепесточки. И дальше все то же самое, то есть провязываем здесь столбики, переходим на следующий лепесточек. Дойду до конца, покажу, как закончить. Вот я обвязала все 6 лепесточков. И проблема у нас заключается в том, что у нас вот первый и последний лепесточек не соединены. Как их соединить? Значит, на предпоследнем, на последнем лепесточке я связала столбик с накидом. И теперь делаю соединительный столбик на столбике с накидом первого лепесточка. И соединительными столбиками поднимаюсь к верхушечке лепестка. Для того, чтобы вот соединить первый и последний.
Здесь такое же соединение. 5 воздушных петель. 4, 5. Столбик без накида на последнем вот столбике с накидом последнего лепесточка. 9 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединительный столбик на вот последнем столбике с накидом. И, в общем-то, все. Наш мотивчик готов. Не забываем, что вот первую вот эту вот арочку мы вяжем из 4 воздушных петель. На первом лепесточке из 5, дальше из 4. Вот такой вот мотивчик остался. Вот такой вот красивый мотивчик. Осталось только заправить хвостики. И мотив готов. Как их соединять? Я вот прикреплю у себя на сайте ссылочку, да, на полотно, то есть на блузку. И на схему соединения. Схема, конечно, не очень красивая, но принцип понятен. Значит, соединяется мотив вот при вязании вот этой вот обвязки лепестков, то есть арочками за вот длинную арочку и за две арочки вот на лепесточках. То есть при вязании следующего мотива вы сразу присоединяете. На кофточке вот получилась очень симпатичная. Единственное, что, конечно, я вам показываю, это на акриле. Связана она из тоненьких хлопковых ниточек, чтобы была изящнее, ажурней. Вот такие вот необычные мотивы. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!